Привет всем! Сегодня решил смоделировать корабль викингов, типа вот такого какого-нибудь. Тут у меня еще много всяких картинок. Может, вот такого. Не знаю, как дело пойдет вообще. Есть у меня вот такой еще чертеж, чтобы хотя бы для начала сделать форму этих досок. Там дальше посмотрим. Есть вот такой вот чертеж. Ну, это в принципе одно и то же. Только я вот эту вот верхнюю часть убрал. Так. Что ж, давайте приступлю. Зайду в проекцию справа. Закину сюда наш чертеж. Сделаю у него прозрачность 0,5 примерно. Так, это у нас будет X Right. Так, добавлю кубик для габаритов. В принципе, сделаю его 4 на 4. Хотя у меня 4 метра где-нибудь корабль будет. Alt-Z прозрачность. Теперь возьму чертеж. Подведу вот сюда вот. Посерединке надо стараться. Мне, в принципе, одна часть только нужна. Ладно. Так. Все. Тут добавлю вот эту галочку. Создам новый слой. Напишу пик. Закину туда картинку. Так. Картинку чуть-чуть сделаю поменьше. S. Вот так вот примерно. И пониже. Так, теперь картинку Shift D Enter и переворачиваю R. Вот так, вид сверху. Двигаю, чтобы у меня вот эта часть вот так вот была. Да. Так, теперь это у нас будет топ. Так, еще мне нужна картинка спереди. Возьму эту правую картинку. Shift D, Enter. Вид сверху, R. Тоже на 90 градусов. И посередине мне вот этот надо корабль поставить. Так, вот так. Сюда. И вниз. Хотя бы, чтобы примерно что-то было. Так вот. Дальше разберемся. Так, кубик нам больше не нужен. Хотя можно и из него будет сделать. Так, Tab. Поделим его пополам. Теперь тройка. Мне придется рисовать вот по этой стороне. Это не важно. Эту удаляем. X. Face. Так, это верхний тоже нам не нужен. Так. Даже не знаю, как лучше тут сделать. Ну, давайте приступим. Единичка. Опустим вниз. Так вот. Так, это сюда. Это кверху пока.
Так, а что это у меня неправильные точки, что ли, стоят? Так, n и t по оси x. Вот, почему-то не в нулях стоят. Так. Tab и объект Apple Transformation. Все, опять tab. Так. Что-то типа такого. Так. Alt Z. А, еще надо поделить пополам ее. Так, поделим пополам. Тройка. Alt Z. Ну вот эту часть. Давайте я удалю. X. Place. Вот так вот. Так. Ведь сверху. Единичка. Alt Z. У меня вроде включен. Так. Подвинем сюда поближе вот так. Теперь эту точку я подвину куда-нибудь сюда. Да. Так, эту я сдвину сюда. Так вот. Теперь надо добавить люпов. Так, здесь S, Y, 0. Выровняем его. Вид сверху опять. Оп, Ctrl-Z. Вот эту точку вот так подвину тоже. Так, прозрачность себя выключу. Так, подвину сюда. И здесь тоже порежем так вот. Опять эту точку двигаем сюда. Здесь я. Давайте тоже вот так порежу. S, Y, 0. Так, ну эта точка вроде нормально встала. Такая у нас форма пока получается. Теперь давайте вид сбоку я подниму тут. Так вот. Теперь это сюда маленько. Эту сюда, эту сюда, а эту сюда подниму. Пока так. Может, конечно, не совсем правильно. Так, возможно, нижнюю часть даже надо удалить. Так. Да, попробую удалить тройка. Эту часть нижнюю я удаляю. X space. Так. Единичка. Это маленько двинем сюда вот так. Тут еще добавлю люпов. Я потом буду subdivide делать. Поэтому... Так, вот здесь еще добавлю. Это сюда вот так вот. Это пускай так остается у нас. Так, Alt Z. Теперь давайте эти точки подвигаем. Так. Так. Эти вот сюда. Вот это маленечко поправим. Так, теперь нам надо загнуть ее, как бы вовнутрь сделать. Даже не представляю, как пока сделать это. Так, поделим вдоль так линии.
И теперь Alt-Z. Так, возьмем вот эту точку, сюда двинем. Эту сюда. Так, эту сюда. Я их выровняю потом. Эту сюда. Ну, эти тоже две сюда. Надо только, чтобы они ровно встали. Так, вот так. И эту так. Теперь выберем все эти точки. Зажатым шифтом. SX 0. Выровняем их. И мне не надо ставить их прям в ноль, потому что тут у нас еще будет балка эта идти, посередине которая. Так, сейчас покажу. Вот это вот будет идти. Поэтому мне не обязательно прям в ноль ставить. Там дальше посмотрим. Так. Теперь нам надо добавить еще вот здесь вот, я думаю, loop. Так, давайте добавим вот здесь и сбоку единичка. Вот эти две сюда подведем. Эту сюда маленько. Эту сюда опустим. Сейчас сбоку посмотрю я. Да, где-то примерно так и надо. Так. Еще сюда надо будет сейчас, мне кажется, сделать люп. Или не люп сделать, а вот что мы сделаем. Сейчас двойка. Возьмем вот этот люп и сделаем bevel. Так. Вот так примерно. Здесь единичка. Вот эту точку надо маленечко поправить. Эту чуть-чуть кверху. Чтобы расстояние желательно ровное у них были между ними. Так. Что тут еще? Картинки не очень хорошего качества у меня тут. Смотрю на картинки еще сбоку. На другом мониторе. Так, если вот эти вот еще попробовать опустить точки. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что получится. Ну да, в принципе, можно. Вот эту еще маленько опустить. И вот эту. Вот так вот. Вот здесь вот еще просится люп один. Так. А вот эти вот маленько сюда вот так загнем. Эту тоже сюда. Так. Эту тоже сюда вот так маленько. Тут опущу. Так. Еще вот здесь вот нам надо сделать люп. Может быть, попробовать вот этот двойка. Вот этот вот сделать bevel. Так, давайте я попробую. Вот так вот. Здесь. Сейчас поправлю точки. Так, единичка. Вот это вот вниз. Оп, Ctrl-Z. Нет, а вот это вот вниз. И здесь. Нет. А вот это вот тоже вот так вниз. Тут тоже вот так. Это вниз. Я что-нибудь все равно сделаю. Так, здесь и сбоку.
Вот так вот поправлю. Так, здесь вот эти вот маленько вот сюда. Это сюда чуть-чуть. Так. Что-то типа этого у нас получается. Вот эти вот точки только. Раз, два, три. Мне кажется, маленько опустить надо. Вот так вот. Да, что-то типа этого. Так. Ну, это долгий это видео будет, так что приготовьтесь, так сказать. Так, вид отсюда. Эту сюда вот так вот. Эту маленечко вот сюда. Так, здесь еще. У меня не хватает точки одной. Надо приподнять вот эту вот сюда. Эту вот сюда вот так. И вот эти вот точки тоже. Вот маленечко сюда побольше. Эту сюда. Так. Двойка. SX0 и чуть-чуть, опа, Ctrl-Z, нет, не так, вот это вот еще тогда, так, SX0, маленько сюда, теперь А, и двинем сюда вот так вот, вот, ну, типа что-то такого, можно еще вот здесь вот пустить. Давайте я вот здесь еще люк пущу. И единичка, Alt-Z и вот это вот. Чуть-чуть сюда. Ну, маленько не по чертежу, конечно, получается. Но я и тут сам все равно буду добавлять что-то. Так. Это поправлю чуть-чуть. Так. Картинки забыл я выключить, чтобы их нельзя было забрать. Выключу глазик пока. Типа такая вещь у нас получается. Так. Эту маленечку сюда вот. Тут двойка. Вот этот. Чуть-чуть пониже. И единичка. Вот эту чуть-чуть пониже. Так вот. И вот эту. Так. Теперь добавим, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. Mirror. По X и Y. Вот такая вещь у нас должна получиться. Примерно. Так. И сейчас включу модификатор, чтобы посмотреть. Да, вот что-то типа этого. Похоже вроде на лодочку. Так, модификатор пока отключу. Ctrl-S, запишусь. Так, теперь мне надо еще вперед вот этот загнуть побольше. Попробую. Так. Тап. Единичка. Так, а что тут? А, у меня вот здесь. Вот здесь. Так. Как бы загнуть-то получше. Так, выделим эти точки. Маленько буду уже R вот так вот делать. Сюда чуть-чуть. Так. Стоп, Ctrl-Z. Сначала S по Z. T
теперь R, так вот, это чуть-чуть сюда, теперь E, так, чуть-чуть вперед подам, тройка, возьму все, L чуть в бок. Теперь двойка, это S, X, 0 и сюда опять поближе. Тут тоже маленько надо сверху разобраться. Единичка сюда, эту сюда. Так, вид сбоку лучше даже сделать вот так вот. Вот это сюда, маленечко, это сюда, это наоборот сюда поближе. Так вот что-то. Так. Все равно недостаточно. Там вроде угол побольше. Так, еще раз R. Так, я сделаю сначала S по Y. И там не совсем прямой угол-то. Хотя. Так. Я вот так вот где-то. Так, эту сюда вниз маленько. Что ж, вот давайте попробую сюда я вот так сделать. Повыше, чтобы было. И еще люк добавлю сюда. И потяну его вот так вот. И тоже надо здесь поправить вот эти точки вот сюда вот поближе. И двойка, и эту. S, S, X, 0. И вот сюда поближе. Так, и раздвинуть опять же. L. Вот так вот. Так, единичка. Здесь поправим. Здесь, чтобы плавный переход был. Здесь. И тут вроде более-менее. Вот туда маленечко двинем. Так. Вот типа такой штуки. Так. Теперь нам надо добавить объем. Так, пока выключу модификатор Mirror и добавлю сначала объем Solidify. Так, его перетащу на самый верх. Вот сюда вот. Так, посмотрим. Мне кажется, это тонко. Давайте я попробую добавить еще один. Так, и главное дело не вовнутрь, а наружу надо. Единичка. И тут попробую добавить вот такую толщину. Я думаю, будет достаточно. Так. И спереди. Окей. Так, применяем его. Выйду из отсюда. Применяю его, Apple, теперь Tab опять. Так, вот здесь нам надо поправить, двойка. Возьму вот этот вот люп и поправлю его маленько сюда. И вот эту точку тоже.
Так. А эти вот эти точки. Так, Alt Z, прозрачность. Вот эти точки, которые я взял. Вот этот последний тоже надо взять. Надо сдвинуть. Сейчас посмотрим, так, получится ли там сдвинуть. Может быть, даже нет. Так, ну я сейчас попробую. Включу привязку по вертексам. И вот сюда вот так вот сдвину. Все. Так. Это маленько еще поправлю здесь. Так. Так. Это так. Это так. Это вот так вот. Так. И сбоку, изнутри. Тут тоже желательно вот так подвинуть, чтобы они на одном уровне стояли. Вот так вот. И сверху. Это может быть вперед подать. Что-то примерно такое. Так, вид сзади. Тут вроде они ровно. Ну ладно. Так, теперь тройка. Берем вот этот. С контролом этот. X, Face. Теперь единичка, Alt Z, S, Y, 0, чтобы они ровно стояли. И чтобы в нулях стояли, так, N, чтобы в нулях стояли по X, тоже здесь 0. Оп, Ctrl Z, спутался по Y. Вот так вот. Так, отлично. Теперь нам не нужно еще вот этот вот. Так, этот. И идем в самый краешек. Вот сюда вот, с контролом. Все, это тоже нам не надо. Хотя вот здесь есть возможность выровнять все это. S, X, 0. Так. Тут у нас получается маленько неправильно. И сверху. И сейчас чуть-чуть. Блин. Сейчас чуть-чуть возьму. Так, вот тут что-то у меня кривовато. Так, двойка. Вот эту. Поправлю вот так. Вот эту тоже поправлю. Так, возьму вот этот. Так. Вот сюда вот маленько. Так, единичка. Эту вперед. Так, а это тройка. Вот эту возьму сейчас. Так, это. С контролом это. Вид сверху. Потяну чуть-чуть ближе к середине. Так вот. Тут двойка. Сюда. Маленько. Тут сюда. Так вот. Я думаю, тут неровности потом как-нибудь скрою. Так, теперь двойка. Ой, тройка. Вот это нам тоже не надо. Ctrl
Ой, x просто. X удаляем. Отлично. Теперь нам надо внутри сделать площадку. Я думаю, где-то вот по эту штуку. Так, тройка. Эту. Вот эту. Все, дальше уже пошло подъем. Вот эти полигоны нам не нужны. X. Удаляем их. Теперь берем двойка. Это. С контролом это. E. S. X. 0. Теперь нам надо выровнять вот по этим точкам. Берем за эту, зажал Ctrl и нажал сюда. Так, теперь здесь точку тоже выровнять. Один. Веду сюда с Ctrl. Так, выровнял. Эту чуть вперед подадим, чтобы поровнее они были. И эту тоже вот так вперед. Так, вот у нас палуба появляется. В принципе, здесь можно тоже так же было сделать. Так, ну давайте я попробую. Тройка. Вот эти выберем полигоны тоже. Все равно эту вещь заделывать надо будет. Вот так вот. Тоже удаляем их. X. Face. Теперь двойка. Здесь. И здесь. Так. Вид сверху. E. По X. Теперь S. X. 0. И выравниваем вот по этой точке. Вот по этой. Так, отлично. Эти две точки тогда я соединю. М. Коллапс не получится. М по дистанции. Так, побольше дистанцию. Все, removed. Точка. Так. Вот такая вещь у нас получается. Так. Вот эти нам, в принципе, тоже не нужны. Так, двойка. То есть тройка. Этот и этот. X удаляем тоже их. Тут у нас будет все равно вот эта вещь стоять. Так что она нам тут не нужна. Так, еще что можно сделать? Единичка, IZ, маленько. Здесь вот так опустим. Эту чуть-чуть опустим. Эту. Даже можно вот эти вещи вот так вот чуть опустить. Вот так. Вроде нормально получается. Эту точку надо только двинуть. Так, вот сюда вот. Теперь. В принципе, можно вот эту теперь часть двойка. Вот эту взять. И вот эту. Ой, Ctrl Z. И вот эту. И теперь потянуть вот сюда вот. Сейчас мы будем соединять. Включу симметрию по X. Включу клиппинг. И соединю вот так вот. Все. Вот у нас уже лодка. В принципе, почти готова. Сама основа. Так.
единичка, Alt-Z. Тут можно маленечко опустить. Так вот, здесь чуть-чуть опустим тоже. Так, даже можно вот эту всю часть еще пониже вот так сделать. Так, теперь, в принципе, эту можно оставить пока. Теперь возьмем двойка, возьмем вот это и с Ctrl вот эту. Теперь Shift D, Enter, Mesh, Separate, Selectation. Tab. Возьмем вот эту линию, которую мы отделали. Теперь Tab. Не так маленько. Эту удаляем пока. X. Удаляем. Так, опять идем в корабль. Tab. И нам надо полигоны. Так, тройка. Это. Вот так вот. Shift D. Enter. Mesh. Separate Selectation. Отлично. Так. Выходим отсюда. Берем теперь то, что мы отсоединили. И нам надо сейчас выровнять их, чтобы они у нас по этой вот были. Так. Двойка. Ой, Tab. Двойка. Сюда вот. ГГ. И с зажатым контролом. Нет, так с зажатым контролом не получится. Ну, значит, вот так будем сейчас. Вручную. Тут единичка. ГГ. Так вот. Тоже ГГ. Оп, Ctrl-Z. Так, тогда Ctrl-Z тоже. Только значит двойка. Так. ГГ тоже не выходит. Ну ладно. Придется тогда. Так. Вот взять этот люп. S, Y, 0. Так его сделаем. Так, хотя, может быть, надо было даже не так делать. Вот как мы сейчас сделаем. Так, Tab, это удалим, X. Возьмем корабль и сейчас, так, единичка, ой, блин, единичка, Tab, единичка, эту подвину вот сюда маленько. Так, порежу здесь еще раз, вот так, люп. И сейчас буду вот это выравнивать, двойка, сюда, так вот, единичка. Сюда. Тут единичка сюда. Тут единичка тоже сюда. Так, а тут чуть-чуть раздвину побольше. Теперь нам надо ровно выставить их. Так, вот по этой точке эту. По этой точке. Так.
Так, теперь эту по этой точке, эту по этой, а эту по этой. Ну, тут то же самое. Вот так вот. Так. Что-то типа такого. Давайте я сейчас применю этот модификатор Mirror Tab. Apple. Все потом разделю опять. Так, Tab. Теперь. Двойка. Возьмем вот этот люк. И сделаем bevel. Опа, не делается. А почему? Почему он не делается у нас? Должен делаться. Возможно, возможно, не сомкнулись. Так, Ctrl-Z. Так, вот Mirror у нас. Двойка. Взять этот люк. Я, возможно, его не сомкнул, он не по нулям стоит. Так вот. И тут тоже вот этот. Все. Так, Tab. Применяем этот модификатор. Теперь опять Tab. Двойка. Возьму этот люп и надо делать bevel как-то. Вот, сейчас пошло дело. Так, взяли. Теперь. Да, здесь что-то неправильно маленько. Может, много bevel сделал. Так, давайте 0,2 сделаем. Тоже много. 0,1. Вот так. Ладно. Отлично. И теперь выбираем Extrude Along Normal и выдвигаем сюда. Вот так вот. Отлично. Так, вид сбоку. Так, включим симметрию X, Y, единичка. Вот эту подвинем сюда поближе. Так вот. Тоже вот так подвинем. Так. Так, это у нас типа конек такой будет специальный. Ну, чтоб там как киль, что ли, это был, не знаю. Так, теперь здесь. У нас вот эта вещь, вид сверху. Так, это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. А, вот эту еще точку забыл. Так вот. Так. Здесь Alt-Z, можно чуть-чуть поправить вот так вот, где неровно выдавилось. Так вот.
Так, проверим Face Orientation. Все нормально. Ctrl-S пока. Так, одна половинка нам пока не нужна. Вид справа. Alt-Z. Тройка. Это удаляем. X Face. Так, по X нам, ой, по Y нам уже не надо симметрию. По X, так, тут двойка. Возьмем вот этот люп и этот Ctrl-X. Так, единичка. Вот эту поправим вот так. Сюда, эту сюда. Даже побольше надо сюда. Ближе. Так вот примерно. Теперь нам надо соединить. Нет. Нам отсюда вот тройка. Отсюда надо делать носик. Так. Е, Р, вот так вот. Еще Е, Р, так вот. Еще Е. Ну, Р, думаю. Ну, давайте еще раз. Р, сюда поближе. Теперь. Единичка, Alt-Z, вот эту все-таки R, вот так маленько. Теперь возьмем вот эти вот, тройка, E, R, сюда вот, E, R, сюда, загогульно такую будем делать, E, R, сюда вот так, теперь E, R поближе. Так. Единичка. R. Это тоже R. Так, это потоньше надо сделать. Теперь E. R. Так вот. Еще раз E. R. Сюда вот загнем. Е, Р. Вот сюда. Потоньше. Это сюда маленько. Поправим тут. Тут Р. Е. Еще раз Р. Ну, еще раз Е. Р. Вот так вот сделаем пока. Так, это еще раз E и S. Вот так оставим. Такая загогулина. Теперь нам надо... у этой окоемку сделать бортик. Так, тройка, с контролом идем вот сюда. Теперь Extrude Along Normal, вот так вот маленько. Теперь возьмем тройка, здесь, оп, здесь и с контролом здесь, тоже и струм колонк нормально, вот так вот маленечко. Ну и внутри, конечно, тоже надо бы маленько тоже. Так, с контролом сюда, тоже выдавим.
маленько, вот так вот. Так, здесь тройка, вот эти вот полигоны удалим, X, Face. Вот мне кажется, эх, блин, сделал я, а с этой стороны это не делают, ну ладно, сейчас. Так, и здесь надо вот этот расширить, я думаю, все-таки. Так, возьмем, пока здесь прямые. Так вот, вид снизу, потянем туда в бок, вот так. И теперь здесь, ну, утончение пошло. Так, двойка, маленько, так. Теперь здесь двойка, так вот. Здесь двойка, так вот. Здесь тоже двойка. Так. Тоже сюда вот так. Ну и это тоже надо раздвинуть. Вот так пока раздвинем. Так, поделим пополам опять. Так, отлично. Теперь вид снизу. Может даже лучше. Спереди вот так. Alt-Z, прозрачность, тройка. Нам надо половинку вот сейчас убрать. Так, зажатым шифтом вот тут сейчас доберу. Вот так вот. Вроде все выбрал. Так, X, Face удаляем. Так, теперь добавим Mirror, чтобы проверить. Clipping. Теперь двойка. Этот. Ага. И подвигаю я его маленечко. Вот так вот. Все. Так, здесь двойка. Тут тоже надо двинуть маленько сюда вот так. Это сюда. Это сюда. Так, здесь. Так. Да, вот так маленько. И вот это тоже. Так вот. Так, здесь тоже тройка. Вот эти вот нам пока не нужны. X, Face удаляем. Вот это вот. Тройка тоже. Этот, оп, двойка, вот этот и этот, Ctrl-X, удаляем. Так, а как же нам вот здесь соединить все это дело? Сейчас буду думать. Так. Попробую сейчас тогда. А, там снизу у меня тоже полигоны. Тогда вот так вот сделаем. Так разрежем. Bevel. Так вот. Отлично. Теперь тройка. Это сюда потянем. Так вот. Оп, не там сделал. Ctrl-Z. Надо было вот здесь вот сделать. Так. Теперь Bevel. Так вот. Теперь возьмем эту чуть-чуть. А, нет. Двойка.
Вот эту чуть-чуть расширим вот так вот. Так, здесь. Здесь. Так, давайте удалим. Это тройка. X-Face удаляю. Теперь двойка. Это F. Так вот. Теперь здесь эту беру. А, тут нельзя пока. Ну ладно. Так. Теперь эту F. Теперь беру эту F. Так, получается у нас единичка, Alt Z, это маленечко поправлю, так вот, тут вот так вот, это вот так вот было, вот поровнее маленько было, это даже вот сюда вот так вот заведу. Так, здесь что нам надо сделать? Здесь очень тонкое место. Так, отключу пока mirror. Здесь. Так, здесь вот что я сделаю. Двойка. Это. Два возьму. Е по иксу. Так. Теперь точки. Так. Надо вот по этой выровнять. Точки. Отлично. Теперь единичка. Alt Z. Две точки берем. М по дистанции. Теперь эту точку возьму. И ее надо вот сюда вот присобачить. Так, с контра. Так. С контролом. Так, что-то не тянет. Так, Г. Все равно не хочет. А. Клиппинг отключу. Тут у нас клиппинг включен. Тогда вот эту сюда присобачу. Г. И вот сюда. Так. Alt Z. М. По дистанции. Так. Такая вещь у нас вышла. Теперь вот эту точку веду сюда. Так, включу симметрию, опять отображение. Так, а, клиппинг выключил. Блин. Так, все. Соединилось. Вот эти поправлю маленько. Так. Вроде все тут соединил там внутри. Осталось вот эту дырку заделать. Сейчас будем думать, как заделать ее правильно. Alt Z. Вот эту тоже поправлю вот так. Это Alt Z. Сюда маленечко. Так. Тут тройка. Возьмем вот этот. Удалим. X. Face. Так вот. Единичка. Это сюда маленько. Так, ну вот это отверстие нам надо заделать. Двойка. F пока. Так. И сейчас будем соединять.
Так, единичка, Z, вот это вот поправлю. Так. Тоже поправлю. Так вот. Ну, тут как соединять? Только вот так вот. Shift J. Тут тоже Shift J. J. Тут J. И так вот. J. Все. Так у нас вышло. Такая вещь. Так. Как будто туда просится вот эта штука. Alt-Z. Это сюда вот так маленько поправим. А, не это. Вот тут вот просится, по ходу дела. Вот туда вот, вот так вот. Так. Тут вот так сделаем. Так. Ну вот такая вещь у нас получилась. Тут вот двоечка. Вот эту надо поправить. И сверху чуть-чуть вот так вот. Ctrl S. Ну, пока все. Следующее видео продолжим. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем пока.